Упорный труд всегда окупается. С таким оптимистичным настроем 16 дагестанских тяжелоатлетов готовятся к своим основным стартам. До первого и самого главного остается уже 10 дней. Подготовка команды к чемпионату России в Ханты-Мансийске вышла на финишную прямую. Первый этап усиленных тренировок пришелся на месяц Рамадан. Сейчас задача – выйти на пик спортивной формы. Все тренировались у себя в залах. Ну, было тяжело, но на ребят как-то они все молодые, и так не сказывалось. Да. Мы приехали с СКФО, многие ребята были в форме, и сейчас мы их нагружаем. Вторая неделя будет более такая расслабляющая, разгрузочная, чтобы попасть на чемпионат страны уже в оптимальной форме. Основные медальные надежды тренерский штаб сборной связывает с Исмаилом Гаджибековым. В секцию тяжелой атлетики, признается спортсмен, попал случайно, только около 5 лет назад. Уже 2 года махачкалинец входит в число призеров на чемпионатах страны, однако за все это время он так и не получил вызов в сборную России. Последний результат – 230 килограммов в сумме. На предстоящих соревнованиях 25-летний атлет намерен прыгнуть выше головы. Старший тренер сборной России, как я слышал, сказал, что в моей категории, что меньше 250 кто набирает, не поедет. А 250 – это, как сказать, это сумма мастера спорта международного класса. Это огромная сумма вообще, по идее. Но мы к ней движемся, я думаю, приблизимся. Но они должны были вообще, как я думаю, что сборная России должна была помочь вот эти 160-20 килограмм добрать. Я думаю, я бы за эти 2 месяца сборов там добрал бы. И, в принципе, на Европе я мог даже призы попасть. Наверное, тебя по-спортивному злит, наверное, и как-то хочешь? Есть внутренняя агрессия в любом случае. Я докажу по-любому свое. В числе фавориток в своих категориях и девушки Мадина Баймурадова и Саида Мурзабегова. Обе спортсменки месяц назад помогли сборной Дагестана выступить успешно на чемпионате СКФО. На СКФО поехали мы, честно сказать, такой хорошей командой, полной командой, можно сказать. Девочки у нас заняли 3-е командное место, ребята 2-е командное место. Давно такого результата не было на самом деле. Тоже сказывается поддержка президента федерации. У нас 2 золота, 2 серебра, в зачете 2 бронзы. Ребята, еще девочки у нас выступали, к сожалению, получилось, что вне зачета. Поэтому очень, честно сказать, надежды большие. То, что СКФО такой результат был, на России надеемся дальше больше результаты лучше показать. Победы на окружных соревнованиях, возможность проводить сборы и трудиться в хороших условиях дают тренерам повод для оптимизма. На чемпионате страны тяжелоатлеты Дагестана нацелены только на золотые награды. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.